Ну что, пацаны, еще один мега-челлендж в FPV The Fusion. Суть челленджа такова. Я могу садить только в первые три линии, а в нижние три линии сами растения садятся зеркально. И идут зомби ровно точно так же по трем линиям и зеркально. Вот такая вот хрень. Летуны есть, поэтому я взял сейчас тыкву, кактус и леталочку, сдувку. Я буду делать так, я буду тыкву прокачивать кактусом и прокачивать сдувкой. И у меня будут, ну типа, антилетунякивые вот эти бы штуки летуняковые спавнятся. Погнали, пробуем. Колоду я, конечно, собрал, такую себе. Можно было взять еще горшок, но почему-то горшок я не взял. Не знаю, почему горшок не взял. Надо было брать горшок, наверное. Надо было для чего-нибудь взять горшок. Что-то я как-то, пацаны, что-то сглупил. Основной дэмэдж я буду наносить арбузо-таками. Я буду делать такос. Вот так. Хрендукс. Пошел процесс. Вот сюда. Масло. Балдеж. Фармим. Чилим. Нужно больше солнца. Нужно как можно больше солнца. Еще ромашечки сюда поставим. Да, пускай фармят, пускай будет. Сюда. Капусточку. Да. Ой, не туда поставил, дурак. Так, спацаки, давайте, знаете, что начнем? Защитки сюда быканули. Это я сейчас антилетуняковскую тему сделаю. Кактус и в него сдувку. Все, теперь они будут вокруг себя спавнить антилетунов. Во, пошло. Первый спавн пошел. Сейчас остальные спавны будут. Тут-тут-тут. Пум-п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 ум. Так, давай-ка антизащитку сделаем. Антилетунку. Все, есть. Антилетунка пошла. Нормально. Такусы на центральную линию сейчас быканем. Что нам надо? А, арбуз. 250 баксов фармим. Блин, давай цветы еще установим. Ну, больше цветов. Что-то как-то мало цветов. 250. Все, такусы есть. Сильное. Вот оно, пошло дело. Смотрите, летунов мочит. Блин, может больше надо? Может надо больше против летунов? 175. Блин, по кактусу может поставить на центр. Давай по кактусу поставим на центр. Сейчас поднимется и будет мочить летунов. Одного сбило раньше, чем другого? Странно. Дэмэдж должен был одновременно наноситься. Что-то странно, чуваки, странновато. Давай захреначим еще такие вот орехи. Защита установлена. Блин, что-то я тут, пацаны, что-то я тут быканул кактусы, походу дела, сейчас сожрут. Да ё-моё, ну один сожрали. Как так? Вот один сожрали, другой не сожрали. Взрывщики. У меня есть вишня, у меня есть мина, у меня есть вишня. Я... Давайте так, сейчас вот эти взрывщики пройдут. Я специально минус вишни взял, чтобы заминировать минное поле сделать. Очень много бабла потрачу. Да ну нет. Очень много бабла потрачу, но это того стоит. Но это того стоит, оставлю. Блин, начало очень паскудное начало. Давайте такосы здесь захреначили. Сюда так поставили. Еще капусту надо, чтобы были такосы. В каждую линию по рикошетке сейчас будем делать еще. Вот так. Капуста есть. Тут спуру, пум-пум-пум. Минное поле! Целиковое минное поле! Просто обалдеть! Это имбовая тема. Мне очень сильно заходит такое. Такосы везде есть. Давай-ка на заднюю линию вот сюда поставили. Кактус и сдувка за 100. Все. На все бабки быканули. Я не могу выкапывать, но я могу сюда выкапывать мину. О, Гаргантюа, все линии, да ладно. Слишком сильно, мужики, слишком сильно. Основной дэмэдж наносим такосами. Давайте, пошли. Я сейчас минное поле сюда, я вот сюда сделаю минное поле. Пускай будет. Я заминирую все и вся. Вот этот кактус бы съели бы, вот бы было круто.
Так, капуста сюда для такоса. Здесь еще защитка. У нас прыгуны по центру, прыгуны по центру. Нам надо на центральную линию сейчас тогда, блин, масло давать туда. Ну давай масло сюда поставим. Хотя ждем, ждем, может быть прыгунов собьет. Да-да-да, прыгунов сбило, отлично. Под Гаргантюа пересаживаем мины. Мины это имба, чуваки. Мины это круто. Арбузики сюда поставили и арбузики прокачали. 7000. Мы сейчас можем ультовать. Заминированный тапок. Не-не-не, норм, норм, все норм, все норм. Рикошетки везде установлены. Орехи надо везде установить. Орех бы, может быть, с чем-нибудь бы совместить, было бы классно. На центр поставим кактус, антилетка. О, да ты чё? Такос, целый такос сбрили. Да ты чё, тварь? Я так много бабла сейчас потрачу на один такос. Стоит ли оно того? Лучше мины попересаживать сюда. Блин, я сейчас целый такос потрачу. Защитку бы мне куда-нибудь. Может быть вместо солнца. Давай солнце пересадим, я солнце выкапываю отсюда. Защитку сюда ставлю. Да, ага. Так и поступим, пускай будет. И здесь зомбо-орешки. Я кайф. Нужно заминироваться. Погнали, заминируемся. Вот так вот, видишь, не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот сейчас быканем. Вот так вот сейчас быканем и вишню. Подрыв. Есть на самое начало. Ну вот эти вот катапульщики меня напрягают. Напрягают они меня. Вот ну прям капец как напрягают. Может ультанем? Давай ульту сдали. Одну ульту сдали. И ну давай трачу бабки на такосы. Как раз у меня в этой линии ничего нету. Раз, два и такос. Такос готов. Поехали. Так, нормально работаем. Мужики, нормально работаем. Походу дела, это вообще победная катка. Это кажется прям победной каткой. Это прям вообще кажется победной. Такое ощущение, как будто бы, ну, реально победная. Отсюда я не могу достать, только выкопать могу. Блин, мне нравится минировать. То, что сейчас у меня идут зомби, это охеренно. И мины тоже офигенно заходят. Магниты надо расставить. Магниты надо расставить. Давай вот так вот магнит. А, здесь не то. Так, под Гаргантюа пересадили. Есть. Такос на серединочку еще поставим один. Вот так. Такосы. Такосы через рикошеточки. Прям имба. Похилим орех. Так, машины поперли. Можно сверху пересадить на тачки. Ля, стоп, не надо. Вот это имбо. Вот это мы сейчас с вами нормально работаем. Сбрейте всех. Вот сейчас сбрейте всех, а я заминирую. Вот сбрейте всех, а я заминирую. Блин, рано минировать. Отсюда надо мину убрать. Ай, откат. Забираю мину отсюда. Вот теперь можно заминировать. Все, минируем. Блин, рано поперли! Давай арбуз до золотого! Вьетнам! Блин, снизу забрали у меня рикошетку. А, черт, снизу забрали рикошетку. Че же сделать-то? Давай эту выкопаем рикошетку, поставим новые. Так, где есть-то? А, вот, арбузная, все. Есть рикошетки. Блин, как же классно мне нравятся мины. Как же классно минировать. Это прям вообще супер. Мины, это прям вообще супер. Блин, пацаны, мины и вишня. Это вообще какой-то, я не знаю. Я очень редко этим пользуюсь. Но мины и вишня, это прям какая-то имбалансная стратегия. Это прям тактика богов. Выкапываю здесь. Такосы еще херачу сюда. Такосы. О, да. Долби! У нас идет зомби! Зомби-танцор наверху! Да ну нафиг! Это прям очень круто! Здесь подрыв. Надо вишнями еще минку сейчас обрабатывать. Давай, вот так вот сейчас. Уйдут? Давайте, подразбили кентов. Минируем!
Пускай подсдует мины некоторые, но ничего страшного. Чем больше мин, тем лучше. Я за 150 баксов делаю 8 чертовых мин. 8000 баксов. Давай утонем. Предпоследняя мегаволна сейчас будет. Масло надо поставить, масло на всякий случай, масло толкатель, вот так вот. Блин, не, ну что-то как-то очень сильно, пацаны, не, ну согласитесь, что-то как-то очень сильно. Что-то как-то прям вообще реально такосы стреляют прям очень сильно. Мне даже делать ничего не надо, я только минирую и мины подрываю вишней. Подрыв. Ну ладно, рано подорвал. Ну ладно, ну ничего страшного. У меня даже орех сверху есть, а снизу ореха нет, и мне вообще похрен. Очень классная колода. Орешки здесь очень сильно решают орешки с зомбами. Прям вот прут зомбы в картонных пакетах. А иногда эти картонные пакеты спадают, и там гига-гаргантюа-танцор. Ну, не гига, конечно. Ну, ладно, все равно там танцоры идут. Но это прикольно. Подкопщиков нету сейчас. Подкопщиков нету. Ну и что мне делать? Без подкопщиков как-то слишком просто. Ведра сбиваются. Можно поставить дефолтные орехи и прокачать их до ведровых орехов. Что-нибудь бы, может быть, на центр сюда поставить? Давай, знаешь что? Короче, ставим арбузку, на нее защитку, на защитку кактус, и на кактус ставим летуняки. Просто летунов будет сильнее сбивать. Почему бы и нет? А на арбуз мы ставим... Давай еще один такос! А почему бы и нет? Пошел такос! А, стоп, вот такос будет. Все, такосы. Со второго раза уже лучше получается, как бы. Со второго раза уже пошло лучше. Сейчас здесь надо подрыв... Вот здесь надо... Блин, подожди. Мины. Сейчас подразгребем и к последней мегаволне. Ну ладно. Погнать, взрываем здесь мины. Пускай растворяются, пускай будет. Мы и так последнюю мегаволну легчайшую проходим. Я этот челлендж прошел не с первого раза. Но сейчас до меня доперло прям как проходить. А, давай, утонем. А, нельзя это утонуть. Давай верхнюю ультуем. А, 2000 долларов. Блин, денег нету. А, так у меня ромашек-то нет. Дурак, блин. Хотел ультануть под конец. Гаргантюа поперли. Чё так много? 2400. Еще больше долларов надо. Больше. 3000 долларов и я ультану. 3000 долларов дай. 3000. Ну давай же. Одна ромашка осталась. Ё-моё. Ну давай мины попересаживаем. Хрен с ним под вот этого горгу. Пересадили. Все, готово! Готово! Я прошел. 2500. Ну давай нафарим 2-3 тысячи, я ультану. Не. Ты нифига, там жирного зомби сожрали. Все, пацики, пройдено. Легчайшее. Мне очень сильно понравилась та колода, которую я сейчас собрал. У меня в первый раз была произведена ошибка, потому что я не взял что-то против летунов. И насосал от того, что были летуны.